часто среди ночи вдруг я просыпаюсь, и встает опять передо мной Афганистан. Лица молодые, милые, родные, тех парней, кого оставил там. А может, это все приснилось, а может, не было тех дней, когда, нарвавшись вдруг на пулю, ребята звали матерей. И разве мать, скорбя у гроба, волос не рвала на себе? А он лежал совсем мальчишком, так может, не было тех дней. Трассеры хлестнули по камням холодным, крик «Прикрой, ребята!» в горле вдруг застрял. Тихо, Юрка, Сашка, вышли на пули, отошли на вечный пьедестал. А может, это все приснилось, а может, не было тех дней, когда, нарвавшись вдруг на пулю, ребята звали матерей. И разве мать, скорбя у гроба, волос не рвала на себе? А он лежал совсем мальчишка, так может, не было тех дней. Двадцать лет хотелось им рассвет встречать, но по ним хлестали и свинцом, и сталью. Этого не стоит забывать. Что, может, это все приснилось, а может, не было тех дней, когда, нарвавшись вдруг на пулю, ребята звали матерей. И разве мать, скорбя у гроба, волос не рвала на себе? А он лежал совсем мальчишка, так может, не было тех дней.